В спортивном зале «Фоксилмаш» прошли финальные игры открытого чемпионата Северодвинска по флорболу во второй лиге. Золотые медали оспорили команды «Сатурн» и «Ремикс». А за бронзовые награды поборолись коллективы «Кобра» и «Взамен». В финальном матче между Севердвинским «Сатурном» и Архангельским «Ремиксом» разыгрывались не только золотые медали. Победитель получал путевку в первую лигу. Это придавало матчу дополнительную значимость. Данные соперники встречались на групповой стадии. Тогда со счетом 7-2 были сильнее игроки «Сатурна». На этот раз архангельская молодежь выиграла первый тайм 3-0. Во втором периоде флорболисты «Ремикса» увеличили свое преимущество, а в заключительном тайме довели поединок до разгромной победы со счетом 11-4. Тем самым команда «Ремикс» взяла убедительный реванш и завоевала золото второй лиги. Надеялись на победу, и мы ее реализовали. Было трудно так играть. Мы боролись, как могли. Забежим немного вперед и назовем лучших игроков второй лиги. Голкипер Александр Баданин, защитник Алексей Терентьев и нападающий Владимир Чуркин. У нас раньше было всего 5 команд благодаря открытому турниру. Да, у нас теперь 2 дивизиона, и Северодвинская площадка используется как хорошая подготовка молодежи, которая сегодня показала хорошую игру. Опытные ребята наши уже борются с ними, но молодость берет свое. Бронзовые награды второй лиги оспорили архангельские молодежные команды «Взамен» и «Кобра». Подопечные тренерского дуэта Ксении Маковеевой и Светланы Викторовой из команды «Взамен» завоевали 3-е место со счетом 8-4. 22 апреля в спортзале «Фоксилмаш» пройдут финальные игры первой лиги. Константин Мухин, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.